Я когда первый раз выступала, там 20 минут мне было отмерено, я пообещала спеть челябинскую песню, вторую. Вот та первая была так себе, а эта вообще. Мне она очень нравится. И там, значит, я предлагаю поделить вообще сейчас вот зал на две половины, потому что без вас я ее не спою. Мне надо, чтобы вы мне помогли. Короче, вот, значит, эта половина за эту половину отвечает. А где Анжелка? Она уже смылась. Смылась, да. Тогда, Володя, ты отвечаешь за эту половину, да. А за эту половину... Анжела-то не видно, Анжелка, когда ты за эту все-таки будешь отвечать? Там Володя. А пусть она, короче, пусть она эту половину туда отведет, назад, а? Да, пусть. Я вообще думаю, что ей можно все делать, да, что она хочет. Анжела, построй. Короче... Там просто в припев будет очень драматичный, и там нужно подпеть его, главное попасть в тональность. Я сейчас вам покажу, как. Это просто. Это фигня, это там очень просто. В тональность главное попасть. Ну, у тебя же есть музыкальное образование? Ну, все. Да нормально тогда все, получится. Значит, я махну когда вот так. И вы сразу вступайте. Володя, ты контролируй вот эту часть. Да, нормально. Короче, на восьмеру на гитаре, а Олега сейчас слабая. Че, писсуара нет, что ли? Я отодвинусь.